солнце, Волга, сосны и юриспруденция. Казалось бы, эти вещи мало сочетаются друг с другом. Однако в международном молодежном лагере «Юрволга» так не считают. И занятия тонкостями правовой науки сочетаются с отдыхом в живописном уголке Ульяновской области. Вот уже в седьмой раз «Юрволга» собирает молодых адвокатов и прокуроров, работников силовых структур и студентов юридических факультетов из России и ближнего зарубежья на Ульяновской земле. Форум за эти 7 лет состоялся, он известен во всей России. Это единственный такой специализированный в формате летнего форума юридический. Мы знаем территорию смыслов, Иволгу, но там они не узкоспециализированы. У нас же юридический форум. Безусловно, это очень радует. Отдыхать в таких местах чудесно. И организаторы летнего лагеря сделали все, чтобы разнообразить деловую программу форума. Но все же главная задача заключается в передаче знаний, умений и навыков тем, кто в недалеком уже будущем будет представлять лицо юридической теории и практики. Понять образовательную составляющую можно уже потому, что мастер-классы и семинары начались еще до официального открытия летнего лагеря. Я собираюсь идти на адвокатуру. Для адвокатов ораторское мастерство – это 50% карьеры. И нас обучили как раз-таки всем составляющим оратора, да, ораторского мастерства. Виктор учится только на первом курсе, поэтому полученные знания еще предстоит отфильтровать и научиться применять на практике. Полученными юридическими знаниями практические выгоды для молодых поборников права и справедливости не ограничиваются. Такие площадки, они дают возможность открытого диалога с представителями профессии различного уровня. Это и губернаторы, это и представители федеральной власти. И ребята получают ответы из первых уст на вопросы, которые волнуют их не только по юриспруденции, но и по вопросам жизни в России. Дата открытия лагеря была выбрана не случайно. Она совпала со днем российского флага. Флага, под которым молодым юристам предстоит защищать права и свободы граждан нашей Родины. Поздравить с этим праздником участников «Юрволги» приехал губернатор Сергей Морозов. Мы можем уже все громко, кто не первый раз сюда приезжает, сказать о том, что та идея, которая долго вынашивалась, та идея, которая долго обсуждалась, и которой у нас у некоторых был некое настороженное отношение, на самом деле нашла свое место под этим небом, нашла свое место в нашей юридической, общественной жизни, и не только нашла, но и завоевала огромное количество себе сторонников. Юридический лагерь начал свою работу. Сегодня его жители займутся тонкостями избирательного законодательства и даже выберут президента Юрволги. А поможет в этом изучении председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Панфилова, которая встретится с участниками лагеря. Егор Цтов, новости дня, Ульяновская правда.